Друзья, всем привет! Сегодня 28 октября. Хочу сегодня убрать пчел в зимовник. Хотя погода сегодня вот сейчас хорошая, 5 градусов тепла. Но ночью морозик давит до 7 градусов. И сегодня ночью, послезавтра ночью может мороз местами быть до 13. У нас здесь место такое в низине. И поэтому до настоящих морозов где-то неделя остается, когда уже будет и днем минус. Но решил убрать, потому что сегодня сухо, а завтра уже будет шквальный ветер, дождь, улья намокнут. А в Амшанике сейчас плюс один показывает. Ну, с ульями будет чуть теплее. Ночью мороз, так что все нормально. Сейчас покажу вам три семьи сверху. Сейчас посмотрим, что с карникой. Сидит внизу. Даже кажется, что совсем пчел нету, но раз, два, три, четыре на пяти улочках. Здесь сверху корм, она висит внизу под низом рамком клубом. Но все равно вижу, что семьи слабые очень у меня. Не знаю, как пройдет зимовка, теперь буду волноваться. Видимо, экопол все-таки осенью плохо сработал. Хотя особь была на контрольных семьях, где днище на сетке. Особь была. Так, это бакус. Они сидят кверху. Раз, два, три, четыре, пять улочек. В принципе, даже и неплохо смотрится, хотя это отводок, в принципе. Еще одна семейка. Вот у нее особь клеща была хорошая от полосок. Раз, два, три, четыре. Вижу. Все полно кормом, все запечатано. И что, и сверху мед. Сидят внизу. Сейчас, наверное, корпус один приподниму. Показать. У меня же палец травмирован. Без паники. Вот такой вот маленький клуб. Убирают, а пчела сразу жалит. Вот семья, которая на двух корпусах. Несколько посмотрел. У всех вверху корма, все запечатано. И пчелы видно в самом низу второго корпуса зацепились. Как бы гнездо, клуб в первом корпусе. Все как по теории, все как положено. Вот тут корпусно, это я объединял две семейки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть улочек. Тут все запечатано. Это вот нарастили, когда сироп давал, рамки здесь не было одной. Ну, я думаю, еще такой момент, что это вот семью держал без ограничения, а большую часть пасеки держал на одном корпусе, на рутовском, по канадской мишаковской теории. Может быть, из-за того, что пчелы поместные подзаливали гнездо, и семья просела, что было мало расплода в конце июля, в августе, потому что было залито гнездо. Может быть, такой вариант. Напишите в комментариях, у кого какие есть версии про это дело. И, может быть, у кого-то похожая ситуация на пасеке. Там напишите, какой регион, как дела происходят. Пообщаемся. Вот такие семейки. Вообще слабоваты, мне кажется, по сравнению с прошлыми годами. В зиму идут слабоватые семьи. Я думаю, что все-таки надо было еще одну обработку делать. Я думаю, добавлю или весеннюю, или осеннюю обработку еще, или там китайский этот баллончик куплю, чтобы муравьинка была, или там щавелевая кислота. Бипином по-прежнему я как-то не хочу омитразу использовать. Ну, посмотрим. Так что зимой будем волноваться, наверное, как обычно. Ладно, убираю сегодня пчел, тем более раз семьи слабые, лучше раньше убрать, морозы уже начинаются. Всем удачи, хорошо всем желаю перезимовать, будьте здоровы, ставьте лайки, всем удачи, пока.